Праздник подарили всем детям. Волонтеры Дома молодежи развезли подарки, собранные во время благотворительной акции «Подари ребенку праздник». Распушим Дедушку Мороза, чтобы он красивенький был. Десант Дедов Морозов и Снегурочек тщательно готовят к выполнению ответственной миссии. Им предстоит подарить праздник тем, кто нуждается в этом больше всего. Три дня волонтеры Дома молодежи «Колпинец» дежурили в торговых центрах и призывали посетителей купить подарки детям из малообеспеченных семей. Затем подарочные наборы укомплектовывали в зависимости от потребностей той или иной семьи. Здравствуйте, Дед Мороз и Снегурочка. Да. Открывайте нам. Саша, Настя, Жора и Ангелина Донич долго готовились к приходу гостей. Выбрали костюмы и, как полагается, выучили стихи. Правда, не все отважились их рассказать. Ну, скажи стишок. Да? Нет, все, застеснялся. Но Дед Мороз семье Донич попался добрый и все равно вручил всем подарки. Не для детских ушей будет сказано, но Дед Мороз на самом деле инженер ЖКС. Для кого-то семейные елки – прибыльная подработка, а для него – отдых. Безумная энергия, конечно, потому что дети готовятся, ждут. Целый год. Это просто непередаваемые эмоции лично для меня, как для человека, потому что вот когда на тебя бежит 5 счастливых детей, ты понимаешь, что ты не мог не прийти к ним. Три новогодние поздравительные бригады в эти дни объезжают все Колпино. В списке адресатов около 130 ребятишек.